Всем привет! Мы находимся в Дубае. Это Дубай Гарден Глоус. Очень интересное место. Разные иллюминации, декорации, световые эффекты. Там дальше есть парк драконов. Ну, уже темно, не очень будет видно, но очень красиво. В общем, интересное место, стоит пойти, особенно с детьми, и так для себя на прогулку. Стоит вход 60 дирхам, это возле метро Аль-Джафилия. В общем, я думаю, вам понравится. Там вон дальше цветы, также много ресторанов есть. Всяких интересных цветов, рыбок. В общем, советую.